Уделите минуту. Праймерис Единой России. Медведев обещал свежие лица и валидацию от народа. В нашем регионе после этой валидации власти решили, что мнение народа не нужно, послание лидера партии нужно проигнорировать и провести все голосование за закрытыми дверями в импровизированном политбюро. То есть все подлоги, подкупы, агитация в день выборов, подвозы избирателей, требования культурным работникам Ленинского района голосовать за Марчевского и приводить с собой еще 10 голосов за него же впустую? И гражданская активность тоже? Областная власть, что с тобой не так? Тебя сохранили публично, с помпой в СМИ. Тебе дали потрясающий инструмент валидации победы Единой России на выборах. И ты его слила публично, с помпой в СМИ. Господин премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Анатольевич, этого ли вы добивались, когда создавали ваш проект «Праймерис»? И как нам теперь доверять вашей партии? И, может быть, стоит вернуться к первоначальному плану по Среднему Уралу?